кашель этот дурацкий. Вроде уже выехали из этих песков, а все не отпускает. Из чего только крест крутит эту гадость. Но ничего страшного, уже прошло. Ребята, не хочу вас отвлекать, но вы подтягивайтесь потихоньку. Там стол почти накрыт. Одну минуту, Степа, мы скоро будем. Ну что, Тёма, пойдем? Или побудем еще? Так хорошо. Знаешь, Артём, я вот смотрю на Стёпу с Катей, на нас с тобой, и думаю, как же нам повезло. У родителей-то моих все совсем не так было. Плохо было. Я тебе рассказывала, от чего мама умерла? Нет, конечно. Отец ее довел. Он тогда еще жестче был. Придет со службы, сапоги скинет, а у самого лицо все перекошено. Сразу к бутылке. Ругались много, все за закрытыми дверями. Потом пропадал. И пока его не было, она тоже прикладываться начала. Когда трезвая была, плакала. А как выпьет, мечтательная такая становилась. Знаешь, как она меня звала? Просто А. Обнимет меня, говорит, мы с тобой, А, поедем когда-нибудь в мой родной город Владивосток, а оттуда в поселок, что на самом берегу океана. Мне тогда 5 лет было, мало что понимала. Но поселок и даже океан могла себе представить, потому что верила ей, верила, что поедем. А потом она с собой покончила, дрянью какой-то отравилась. После маминой смерти отец пить бросил. Раньше на меня внимания особо не обращала, когда она умерла, больше одну не оставлял. Везде таскал с собой. Но про нее мы с ним за все время говорили только пару раз и все. Беги, Тёма. Я еще посижу немного и приду. А мы чёлчу в лучшем виде, Артём. Айда с нами! О, вот это я понимаю! О, это прекрасно! Молодцы! Молодцы! Давай, давай! Больше страсти! Или кадриль, фокстрет, непонятно. Давай, помоги! Вот! Such grace! Ну мы победим! Ой, ну рассмешили! Спасибо! Артём, садись ко мне поближе. Катюша, я долго молчал, но больше не могу. Я должен предупредить насчет Степана. Что я пропустила? Он меня носила. Да отвращение. Их удивительный танец. Добрый. Не бойся, еще увидишь. Да? Минутку внимания. Полгода пути и 4000 километров позади. Нам через многое пришлось пройти. Ладно, ребята, я понимаю, что интрига затянулась. После длительных размышлений и детального изучения спутниковых данных мы нашли место, которое может стать для нас новым домом. Это речная долина. Там есть лес, там есть гидроэлектростанция. И это место удалено от населенных пунктов, что очень важно, как показывает опыт нашего путешествия. Так вот, мы примерно в 2 днях пути оттуда. С чем я вас всех и поздравляю. Но на сегодня осталось еще одно важное дело. Степан, Катя. Ух ты, кольца! Степан, Катя, повторяйте за мной. Я беру тебя в законные супруги. Я беру тебя в законные супруги. Супруги. И с этого дня клянусь любить тебя. И с этого дня клянусь любить тебя в горе и в радости. В богатстве и в бедности. В богатстве и в бедности. В
болезни и в здравии. Болезни и в здравии. И до тех пор, пока смерть не разлучит нас. Как капитан этого корабля, объявляю вас мужем и женой. Многое лето! Будьте счастливы и... Горько! 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 Аня, что с тобой? Осторожней, осторожней! Аня, держись, пожалуйста. Что случилось? Что с тобой? Ой, что, накажи так. Катя, ну сделай же что-нибудь. Не толпитесь, ей воздух нужен. Плохо. Простите, что раньше не сказала. Аня, о чем ты, родная? В Ямантао, когда меня наверх утащили... Тот упырь, врач, сказал, легкие распадаются. Газом после того подвала на мосту разъело. Да как ты можешь Мы верить этой, этой твари? Мы же из пустыни только, а песок, он же как наждак. Не переживай. Катюша, Артем, на пару слов. Все нормально, Артем. Иди, все хорошо. Что-то мне боязно. Старик похож на меня. Да, устроили сейчас Артема. Ну что, зятек, что делать будем, Святослав Константинович, давайте не будем пока паниковать. А вы что думаете, Катя? Я думаю, полагаться на диагноз какого-то дегенерата преждевременно. Смена сырого воздуха метро на пустыню с ее жарой и песчаными бурями такого легкие не любят. Ну, мне тоже кажется, что если бы это был газ, так ей бы плохо сразу стало. Совершенно верно. Поэтому я ее сначала обследую, насколько квалификация позволяет. И еще. Впереди долина, лесной воздух. Думаю, одно это может все поправить. Простите, что вмешиваюсь, но что случилось? Аня кровью закашляла. О, Господи! Вы серьезно думаете, что это песок? Больше на туберкулез похоже. Ну, его-то мы вылечим. Антибиотиков у нас хватает, воздух опять же. Катя, ну а если вдруг, вдруг тот гад был прав? Что тогда? Может, лекарство какое-то, а? У нас в поселке часть ПВО стояла. Перед самой войной у них проявилось новое средство. Многих потом спасло от поражений газами, токсинами. Я проверю мамины записи, найду название. По-моему, в Новосибирске производилось. Так, Новосибирск. Ермак, что думаете? Да что тут думать? Ради Ани хоть на край света. А в Новосибирск? Ну, 1000 будет. Тогда решено. Едем в долину. Если там все нормально, обустраиваемся. Если у Ани будет ухудшение, то с группой добровольцев отправляемся за лекарством. Вы уж, Катюша, поищите название. Найду, не переживайте. Еще, Артем, не хочется неприятных сюрпризов в этой долине. Ты самый опытный разведчик. Поэтому бери еще одного добровольца и проверьте ее сначала на дрезине. А пока идемте ко всем. Успокоим Аню, да и ребят. Понимаю теперь, чего она последнее время чего-то. Как себя накрутила. Артем, я тут сказать тебе хотел, да все случая не было. Помнишь, Аня спрашивала, не хочу ли я остаться?
Хотелось бы, конечно. Это же мой народ, хоть родственников я так и не встретил. Да и сволочи этой бандитской там еще много осталось. Но барон мертв. Теперь Гюль сможет повести народ за собой, ведь люди увидели, что этих тварей можно бить. Можно и нужно. А дальше люди сами должны сражаться за свою свободу и завоевать ее своими руками, чтобы никогда и никому ее больше не отдавать. Но главное сделали мы. Ты сделал. Я этого не забуду, Артем. И надеюсь когда-нибудь отдать этот долг. Кепракмет, брат. Долинка это очень и очень, я бы сказал. А воздух какой! Аж голова кружится. Никогда таких запахов не слышал. Таким недельку подышать не только Аня вылечится. У полковника ноги отрастут. Ты смотри, как мотает. Повело пути. Весь склон, похоже, ползет потихоньку. Хоть бы нас выдержал. Так... Надо на Аврору сообщить, чтоб по главной ветке на ГЭС шли. Аврора, это передовой дозор. Как слышите? Прием. Слышим вас хорошо. Прием. Товарищ полковник, эта ветка Аврору не выдержит. Идите по главной. А, вас понял. Тут пути ремонтировать. Так что задержка выйдет. Ладно, план прежний. Рандеву на ГЭС. Как там вообще? Прием. Вообще, товарищ полковник, тут просто отвал башки. Ане точно понравится. Прием. Отлично. Продолжайте разведку. Конец связи. Ну, значит, план такой. Сейчас в темпе до дамбы. Все проверяем и сигналим нашим, чтоб приезжали. А то посмотри, какая красотища! Хочется всем показать, скажи! Смотри, вон церквушка какая живописная! Твою мать, зараза! Артём! Ребята поймали твоего друга, но я-то вижу, что вы не бандиты. Так что выручу, если глупостей не наделаешь. Мне пора. Старайся не высовываться. Увидимся!
по-пацански будем! Так, затянули, соки, я уже рук не чувствую. А, погроб жизни помнить буду. Я хвали не видать. Меня эти козлы лесные волкам оставили, сука. Что-то я не припомню, из какого ты барака, братуха. Прикид у тебя крутой. Ты, главное, в одиночку к ним не лезь. Я лоханулся, видишь, что вышло? Ай, не суки, прячутся так, я, блин, фигею. Проход разведал, обратно уже шел. Скрутили волки позорные. Бля, руки-ноги затекли, кобздец просто. Я ща оклемаюсь и к пацанам двину. Надо все бригады идти, сука, тех лесных учить. Они нас отсюда точняк теперь ждать не будут. Всех порвем к херам, как тряпки. Слушай, братуха, ты все-таки с какого барака? Я вроде всех знаю. Ты зона вообще? Ну, ты это, того. Даже если не знаешь, а если тебе, у сук этих, если что-то надо, то иди тихо, как мышь. Может, и подфартит. Хотя ты пацан стопудово реальный, и один их небось. Так что, если решишь встретить козлин, вали всех, чтобы знали, суки, как братву на столбах развешивать. Пусть фартит, братишка! А, сука, бля! А ну стоять! Это территория берегового братства. Зайдешь, и мы с тобой поиграем. И ты сдохнешь, тысячи чертей! Да, так что давай ноги в руки и топай в другую сторону, понял? Наши уже одного чужака сегодня поймали, хватит с нас. Засал! Во-во, топай! Слушай, я у тебя давно спросить хотел. Все эти ваши пиратские штуки, мертвецы эти на столбах, вы всерьез верите, что учитель этого хотел? Учитель хотел, чтобы мы защищались. Ну, не помогает же. Вон опять бандиты в деревне появились. Да еще наши чужака какого-то непонятного поймали. Забыли, значит, урок. Пора напомнить. Потому мы и в дозоре. Поймаем этих гадов, пару новых пугал сделаем. Надолго хватит.
Ну, ладно, с бандитами ясно, они такое у нас творили. Но новый чужак этот на бандитов не похож. Может, мимо проезжал? Был бы не похож, проезжал бы мимо. А тут на берег к нам выполз. Ну и значит, поработай пугалом, чтобы другие стороной обходили. Ну, не знаю. Польза была, а так... Чужаков этих нападать собрался, слышал? Пионеры на совете небось шум поднимут. Ну и черт с этими пионерами. Вот, вроде и росли с ними вместе. И учитель всех одинаково учил. А все равно. Секунды какие-то. Вот он, ребята! Алёша, он наверху. Ответьте. Потеряли связь с вами. Что случилось? Чужак, иди своей дорогой! Я тебе не враг! Ну,
стреляй! Я смерти не боюсь! Учитель, иду к тебе на последний экзамен. Я готов. Я не струсил! Не будешь стрелять? О, правильно, значит, говорят. Не все чужаки злодеи. Вон и Ольга ваша защищает. Говорит, нельзя его... Ну, снимаем его тогда и в лагерь. Пусть тем вторым сидят. Панеры, вы чего? У вас уже есть один, а этот наша добыча. Он на нашей территории попался. Ха, а сетка моя, ясно? Ну, а чего ты ее у нас поставил? И вообще, у тебя уже рюкзак чужака есть. За рюкзаком я сам нырял. Ты, небось, засал? Кто засал? Вы же пираты, у вас и лодок больше. А этого мы ведем на лесной суд. Сыкуны вы все! Это чужак, значит враг. Ты что, бандит, что ли? Что учитель говорил? Что мы отличаться должны от них? Забыл? Слышь ты, умно и сильно. Сначала учитель защищаться говорил. Это потом уже он начал... Забыла, что чужаки тут творили. А он чужак и должен умереть, чтобы потом других не привел. Так, хватит. Сначала лесной суд. На нем и решим, к столбу или нет. Разрывной! Разрывной стреляй! Зажигалку кидай! Уходите! Уходите, ребята!
Что косуете? Не каждому дано. Не каждому совсем. Ты опасный, значит? Чёртов рюкзак. Пожадничал я. Ну, стреляй. Скорей, вали. Мне готовиться надо. Пошли трогать так. Что ты думал? С хозяин его одним ударом. Да и Женьку тоже, наверное. Пока ты добежал, пока мы туда. Даже если так, то что? Надо хоть тела сбить. А то скажут, что струсили. Точно. Пошли скорее тогда. Пошли. Только как вы его проморгали-то? Да что же хозяин? Он же умеет тихо ходить. Ну и отвлеклись мы. Там еще один чужак в ловушку попался. А Женька-пират орать начал, что вся добыча его. Ну, или хотя бы ботинки. Еще один? А Олька чего молчала? И с нами не пошла. Странно. Кстати, где он, чужак этот? Да там и висит, если хозяин не добрался. Тогда тем более скорее надо. Да, давайте в темпе. Что-то мне не по себе. Будто смотрит кто-то. Женька! Уже учителю экзамен сдает. От хозяина ушел. Отлетка. Не будешь стрелять? Ну, раз не стреляешь, значит, правильно говорят. Чужаки бывают и нормальные. Мы пионеры. Убиваем только бандитов. Это пираты всех сразу к столбу прибивают стрелами. Без лесного суда. Еще грабят. Как бандиты настоящие. Мы не такие, хоть и росли вместе. Только мы поступаем, как учитель сказал. А они все его слова переврали. Эй, чужак! Вашего в лагерь отвели. Он тоже на бандита не похож. Его после лесного суда отпустят, наверное. Да и Ольке он, похоже, понравился. Она вожатая. Ты только не убивай наших в лагере. Там женщины и дети. Не убивай, чужак. Посты можно через пещеру обойти. Или на лодке. Главное, не убивай. Так и говорите первые! Вы не чтите завет учителя! Это как это? Чужака отпустили, а он других может привести. Он же все у нас разведал тут. Не отпускали мы его, он сам убежал. Охранник отвлекся, и он наказан. Но когда вас чужаки резать будут, это вам сильно поможет. Ага, вы тут будете бегать и кричать, мы охранника наказали. А может, вообще засыте сразу и сдадитесь? Сами вы засыте. Лесопилку обещали удерживать и сбежали. Да как ты? У нас там все ребята полегли до последнего. Мертвые земли наступают. Это тебе ни одного чужака под замком удержать. И болотный лагерь мы точно удержим. Не ссыте, мямли.
Еще раз скажешь, такое в лоб дам! Хватит ругаться! А чего он на пацанов побитых наезжает? Ладно, замяли. Вы, пионеры, облажались. Теперь придется напасть на их поезд, а не ждать, пока они здесь окажутся. Это нарушение завета! Мы должны защищаться! Нападение — лучший способ защиты. Это где такое было? Чего-то я не помню, чтобы учитель... Учитель говорил, читать надо. Вот мы в нашей книге и вычитали. Ну, раз вашей, то и нападайте сами. Ха, второго словим, сразу к столбу приколотим. Он же не бандит и девчонок не обижал. Он только защищался. За что его к столбу? За то, что чужак, что пришел к нам как бандит. Так что мы его приколотим как бандита. И только вякните потом, что мы бандиты. Это что, угроза? Предупреждение. Так! Объявляю собрание закрытым. А теперь, по законам гостеприимства, отведайте нашей еды. Ну и всех дураков. Летите с ним. А у меня вот такая краткая штука. А? Ah!
поток, брателло. И что теперь? Оба в отключке. Не, ну ты сам, бля, попробуй. Реально, подобря. Да я сразу говорил, кончать их и не париться. Все равно не скажут. Ты бы повисел на столбе, Игорь. Когда волки ноги отжирают, небось, по-другому бы заговорил. Че-то у тебя обе ноги на месте. Может, они тебе что другое отъели? Не мне, а пацанам нашим. Ща отдохну и продолжу с этими упорышами. Сколько там у него пальцев осталось? Лом, высохло, и бревно, и другие из третьего барака. Эти суки опущенные прячутся. Ща из этих козлов бородатых выбьем, не парься. Молчат они, суки. Как всегда. Ну, пока молчат. Да вообще непонятно, реально, что там в их студии. Сразу пальцы отрезать. Да там голову уже реально резать надо, а не пальцы. Они же конкретно упороты. Но молчать будут. Проходили меня. Блин, сука, херню какую-то про учителя, экзамены. Ну да, у этих уже, походу, и пальцы кончились. Э, Быч, ты там чё замолчал? Режь уже херы им, что ли? Да, давай! Надо же что-то делать реально, пока остальные упорыши не подтянулись. Ну, напрямую они на нас залупаться за суд привыкли в лесу ныкаться. Ну, тогда чё, валим этих и на хазу? Соберём уже все бараки и навалимся? Да чё, мля, вообще бог! Пацаны зачмарят! Мы же на слабочие сорванули! Два дня, сука, на веслах против течения! Так, а какого хера тогда пальца растопнуть? Но вахня, не тоже! А зачмарят нас! И чё, мне смотрящий себе думает вообще? Сейчас бы пыхнуть надо. Или ну его, ещё демоны налетят, или чё-то да ещё на. Эх, бля. Чё это? А, да хер это... Только бы, сука, старики еще звонил, как он тут цыпочек пользовал. А то когда был, сразу как война случилась. Ты же этот чисто бессознательный проходил. Да, реально, сразу после войны звонил. Они-то тогда совсем подлинки были. Что же дали звонок? Я у них не забыл, что мы олег сейчас. Прошу, что не дала красный звонил. И чё мы, бля, топчемся тут? Чисто ложки залётные. Имел я в виду такие темы. Без мазы тут. Конкретно, бля, без мазы. Существо. Чё там? Подлюка гребаная! Братва! Маслята, ньёк!
чертилам на! Спрятался под дверь. Это дело, так и сиди. Только мля покажи. Сразу маслинами нафаршируем. И там козлина, походу, раскатал. Что, бля? Только я тебе это выгорел. Я тебя из-под земли... Вижу козла, драга! Вот это сука! Вон он, сучара! Наши пацаны! Наши убрали! Козлы опущенные! Пацаны! Валим отсюда, на! Сука, валим отсюда! Попадала во мля! Он, сука, наверху прятался. Да ну нахер, башку лучше спрятать. Пацаны, атап! Пацаны! Посмотрите, тут все в центре! Петушар этот ныкается где-то! Ну где ты, падла драная? Где? Пацанчика завалили! Вот он, суки, пацаны! Ну тюшкан этот! Наверху он был, петушара! Пацаны, надо тут отсмотреть! Братка завалили, тюшканы драные! Петушара пробита, на! Прикройте, братаны, перезарядка! Только мля покажи, сразу маслинами нафарширую нас. Ну где ты, падла драная? Где? Только мля покажи, сразу маслинами нафарширую нас.